Ну что, починай. Итак, мы вышли погулять. Мы идем прямо навстречу закату. Посмотрите. Закат. Подожди. Только вышли. Сейчас стемнеет. И вообще нечего будет снимать. Я хотела растения поснимать всякие красивые. Смотрите, какой есть тут интересный вид жилья. Вот такой вот домик рыженький, рядом беленький. И вот такое вот что-то совсем старенькое. Посмотрите, какая интересная архитектура. Шучу. Ну просто посмотрите, да, какое разнообразие всяких построек. И все они жилые. Везде живут люди. Давайте чуть-чуть увеличим. Посмотрите. Посмотрите. Как говорится, посмотрите в глаза настоящей Кореи без прикрас. Ой, а под ногами смотрите, какая красота. Листики желтые наконец-то нападали. А то мы все думали, осень не придет. Пришла. Ой, наш район разбирают по косточкам. Просто по косточкам. Смотрите, глобальная перестройка. Все перекопали. Вообще все. То есть мы идем от дома, уже я не знаю, какое расстояние прошли, огромное просто расстояние. И все раскопано. Будут менять плиточку. Это, конечно, доставляет временные неудобства, но зато потом все будет новенькое, хорошенькое, свеженькое. Вот, посмотрите, какая красота. Здесь неподалеку находится кампус Национального университета Чонбук. А это вот так оформлен, если можно выразиться, вход. Вход на территорию оформлен вот таким вот шикарным образом. Очень красиво. Потрясающе красивая архитектура. Посмотрите, как красиво это все из дерева сделано. Прям очень впечатляет. Вон и огнетушитель стоит. Чтобы тушить, если что, да, это легко. Воспламеняющаяся конструкция. Красиво. Смотрите, какая аллея. Действительно, наконец-то к нам пришла осень. Смотрите, как тут беспокоится о безопасности. Вот такая вот аллея. Пока вы идете к себе в кампус, если кто-то на вас напал, что-то с вами случилось, вы можете нажать тревожную кнопку и связаться с поддержкой, так сказать. Вот такая вот система. Класс. Нам такого очень не хватает. В последнее время много видео в рекомендациях попадается о разных, ну, в общем, разные криминальные сводки. Типа убили, застрелили, изнасиловали. Не дошла до дома, не дошла до школы. Не вернулась, не дошла до дома с работы, ну, в общем, какой-то не дошла до работы, какой-то ужас, в общем. Да, действительно хорошо, когда чувствуешь себя в безопасности. Нам в России этого очень не хватает, хотя я безумно-безумно сейчас скучаю по родине. У меня, как, знаете, как осень, так сразу начинаю скучать. В прошлом году тоже скучала. А вон упитанный котик сидит на скамейке, отдыхает. Такой толстун. Наверное, он студенческий котик. Ты студенческий котик? Ты, ты учишься тут, обучаешься? Муж любит поговорить с животными, он и с птицами, как говорится, и с котами. Интересная прическа у котика.
Какой скуластый, какие скулы у него мощные. Так, мы покормили кота и наконец-то добрались до парка. Кот был не очень голодный, он нуждался в усыновлении. Он сказал, ну и к черту эти консервы, возьмите меня домой. Вот. Бежал, хотел пристроиться. Жаль, дом не резиновый. Хороший такой кот, общительный. Ой, как красиво тут. Итак, сегодня я впервые готовлю блюдо, которое называется чиюкпокым из свинины. Вот она, собственно говоря, свинина. И давайте начнем, приготовим и потом спросим у мужа, как ему это блюдо, корейское блюдо из свинины. Вот, собственно говоря, свинина. Поехали! Так, теперь готовим что-то вроде соуса. Ко всему этому берем пасту перечную, кочуджан, 5 ложечек. Я возьму 4, чтобы не было так вот прям слишком уж перечно. Далее я кладу ложку хлопьев красного перца. И примерно 1,5 ложки измельченного чеснока. Далее мне понадобится вот такой вот сироп. Не знаю, зачем нам сироп. Мы же уже вроде в маринад добавляли сахар. Ну ладно, немножко положу, раз по рецепту есть сироп. Буквально на глаз. Около ложечки. Итак, далее мне понадобится кимчи. У меня есть только вот такой молодой прекрасный кимчи, который приготовил мой муж. Я отложила немножко сюда. В видео показано, что его нужно помыть. Я готовлю по видеорецепту, да. Я не помню, я сказала или нет. Вот этот соус, вот это мясо, вот такой вот лук. Еще вот такая вот луковица мне понадобится. И мне понадобится сковородка. Сейчас просушится. И я налью сюда немножечко масла. И мы начнем жарить кимчи с мясом. Обжариваю мясо вместе с кимчи. Итак, в ожидании мяса я нарезала лук, вот такой обычный и зелененький. Итак, чтобы получить вот такой вот интересный срез, я думаю, все знают, но если не знают, я расскажу, нужно просто резать под углом. То есть режем под углом. Чем больше мы берем угол, тем больше вот этот срез. Вот такая вот интересная форма получается. Лук самый обычный, а форма необычная. В Корее почему-то так режут. Вот так вот. Мы обычно так тюк-тюк-тюк-тюк-тюк такими маленькими колечками, а тут вот, вот так. Вот таким срезом интересным. Ну что, сейчас у нас будет дегустация. Вот она, свининка, рисик и кимчи, который делал мой муж. Ну что, вкусно, вкусно. 감사합니다.